Достойный ответ смартфоном от Xiaomi. Распакуем Oppo A72. Комплект поставки. Кабель, быстрая зарядка, чехол, скрепка, документы, пленка на экране. О дизайне. Корпус полностью пластиковый, рамка матовая, на задней панели глянец. Тыльная сторона выглядит необычно и современно за счет переливающейся текстуры и массивного блока с камерами. В нем поместились основной объектив, широкоугольный объектив с углом обзора 119 градусов и два сенсора для портретной съемки с размытием заднего фона и мельком по портам. Тут есть Type-C, разъем для наушников и тройной лоток на две сим-карты и карту памяти. Смотрим на фронтальную часть. Здесь расположился LCD-дисплей на 6,5 дюйма. Диагональ большая, а поэтому и смартфон не маленький. Имейте в виду, при разрешении 2400 на 1080 пикселей получаем 404 точки на дюйм. Это очень высокая плотность, так что четкость картинки вне подозрений. И еще одна особенность экрана – фронтальная камера в верхнем левом углу. С таким продвинутым дисплеем кажется, что сканер отпечатков пальцев спрятался под ним. Но, увы, он находится на правой грани. Левшам придется привыкать. К производительности. 4 гигабайта оперативной памяти и Snapdragon 665 тянут современные игрушки на средних или низких настройках. Поиграть можно, но на суперграфику не рассчитывайте. Без наушников играть приятно, потому что у смартфона стереодинамики. Еще из фишек поддержка NFC и батарея на 5000 мАч. Подводим итог. У Oppo A72 выделяющийся дизайн, крутой дисплей и большая батарея. Смущает разве что сканер сбоку, к которому привыкнут не все пользователи.